Всем привет, с вами Гидман. Сегодня я вам покажу набор Лего Ниндзяго. Стоит на 240-300 рублей. Так, в наборе идут два чурика и два сборных Лего. Вид с этой стороны. Вид с этой стороны. Вид сзади. Ну и тут показано, сколько деталей. Так, это я уже показывал. Без комментариев. Так, вот, все, это откладываем в сторонку. Вот наковальня. Тут разное оружие, все снимаются. Паучок. Ну, все оружие снимается, так. Дальше это чувачок. Не помню, как его там зовут. В общем, это чувачок. Вот так, без маски. Ну, тут у него снимается два мяча. Все держатся прекрасно на руках. Так, сейчас надену. Все. Так он без маски. Так он в маске. Все, пока. Так, теперь вот машина змей. Мотоцикл как такой. Опускается голова. Хвост поднимается, поворачивается, бок подвижный. Хвост тоже поворачивается. Так. Вот эти штуки выпуливаются. Вообще выпуливаются. Потом подниму. Так. Это динамитик. Это меч. Тоже держится в руках. Вылетел меч. Колеса крутятся. Но слабо. Вот насчет этого я и говорил тогда. Потому что вот во всех обычных лего плохо не крутятся колеса. Вот во УСИ не надо. Так. Вот от него чувачок. Без маски. Сзади. Маска. Это все из рук пали валится. Так, в маске. Ну, в этом, в капшоне. Так. Так, вот инструкция. Сейчас всю инструкцию быстренько покажу. То вдруг потом кто-то потеряет. Так вот. Заглянет в мое видео, лайк поставит, подпишется. В общем, так. В общем, ставьте на паузу и смотрите. Также в комплекте присутствуют наклейки. Все. Да. Наклейки вот сюда клеились, сюда, сюда, сюда и вот сюда. Сюда. Так. Ну и все. Так прикольно вам играть. День. Так. С вами был Гидман. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.